всем, дорогие друзья! Вы на канале Тайна НЛО. Сегодня в последние дни и в последние, наверное, века мы с вами, ну, не можем не знать про НЛО ничего. Мы вообще ничего не знаем, а исходя от того, что мы знаем, это просто-напросто или красивый фейк, или кто-то просто шутит над нами. Но есть и те видеосюжеты, которые подтверждают свои подлинности. А именно в те дни, когда люди сталкиваются не просто с НЛО, а с угрозой номер один. Но мы не думаем, что угроза может быть такой. Если бы НЛО хотело захватить нашу планету, мы уже бы были ихними рабами. Но исходя всего, что-то совсем здесь другое, а именно то, что скрывается под очень интересным моментом. Я сегодня подготовил три удивительных видеосюжета. Эти три удивительных сюжета подтверждают о том, что НЛО не может быть дружелюбной, а исходя всего, что вы увидите и узнаете, от вас будет зависеть в основном то, что вы примете. Но что я хочу показать сегодня? Эти три видеосюжета были сделаны в разных местах, но они заключены в одно единое. Вы спросите меня, а что здесь может быть? Вы не поверите. Но эти три видеосюжета, они одинаковы. Нет, не в том плане, что одинаковы по НЛО, а именно то, что они были зафиксированы людьми, которые подтверждают, что эти необычные НЛО существуют на нашей планете. Но что скрывается на Луне? Вы все, наверное, знаете, что сторона черной Луны находится огромные пирамиды. Раньше, еще при египетских временах, были необычные пирамиды. Ну, вы, наверное, все видели, и маленькие, и большие, но они сохранились только большие. К чему я хочу вам все это рассказать? Сейчас вы узнаете много чего интересного. Посмотрите этот необычный видеосюжет. Этот видеосюжет был сделан в Калининграде. Но что основное это сам космический корабль. Он огромного типа, это так и есть. Но что происходит дальше, когда НЛО начинает что-то вытворять? Помните, я говорил про пирамиды? На черной стороне Луны есть огромная пирамида. Даже есть на Северном Ледовитом океане под водой есть пирамида. Но что заключается в том, что Луна и Земля могло передавать какие-то данные. Раньше Луна двигалась как Земля. По часовой стрелке, кто-то утверждает, а кто-то говорит против часовой стрелки. Когда до черной стороны Луны доходило эти пирамиды, то сигнализация о том, что передавали пришельцы людям, и тогда считали, что НЛО и пришельцы это боги. Посмотрите эти кадры, они подтверждают о том, что-то здесь не то. Кто-то скажет, может это фейк, а кто-то скажет все-таки реально. Но это еще не все. Посмотрите теперь этот необычный видеосюжет. Я говорил, что они почти похожи в плане того не по НЛО, а в том, что эти космические корабли прилетели на одном единственном моменте. Мы сейчас дойдем до этого момента, но этот момент уже был снят в Кавказе, то есть на Кавказе. В происходящем можно сказать, что это все-таки фейк. Да, утверждать, что это реальность я не могу, но считаю о том, что вы должны это, дорогие друзья, принять как-то по другой схеме. Ну, то есть доказать, что это может не фейк. Но я не буду гарантировать о том, что кто-то, может, подшутил. Но посмотрите, этот НЛО был замечен не одним человеком, а их было очень много. И этот НЛО был зависим от том, что какой-то яркий желтый луч летел в сторону в этих мест. Ну, а давайте мы теперь перелетим в другое место, в Ставрополь. Эти необычные два видеосюжета, которые вы посмотрели, есть конкретика к тому, что они последствия того, что вы сейчас наблюдаете. Этот необычный видеосюжет был заснят в Ставрополе, то есть девушка одна. Но вы видите какой-то яркий справа огромный луч летит. Эти и есть два НЛО, которые были взаимосвязаны, которые были замечены в Калининграде и на Кавказе. Но что на самом деле дает значение о том, что НЛО все-таки дружелюбны? Никто не знает, да и никто не узнает, если вы сами это не увидите. От вас только зависит того, что принять это как реально или все-таки фейк. Но удивительно то, что когда идет солнце, когда
облака, туман, а еще летит этот неопознанный летающий объект. Все очень странно. Посмотрите, он летит именно в плохую погоду, где множество дождей и очень множество осадок. Думайте сами, фейк это или все-таки реально, я не знаю, дорогие друзья. Но когда-нибудь придет тот день, который вы посмотрите этот видеосюжет много-много раз. Ну а с вами был Тайное НЛО, что я мог, то и вам и показал. От вас зависит только сделать три интересных действия. Это лайк, подписка и самое главное колокольчик. Ну а дальше, дорогие друзья, можете посмотреть все сначала. Всем удачи и, конечно, пока-пока.